понедельник Эмма пришла в офис и обнаружила, что с ее компьютера кто-то удалил важный отчет. Она знала, что в компании есть три человека, которые были бы рады, если бы ее уволили. Эмма любила читать детективные романы и в молодости даже хотела стать частным детективом. Вот почему она знала, что нужно опросить подозреваемых. Лора, коллега Эммы, сказала: «Я только что приехала, погода ужасная, такой ливень, а почему ты спрашиваешь?» Томас, бухгалтер, ответил: «Я вышел за кофе и только что вернулся». Элиза, новая сотрудница, сказала: «У меня была встреча в кафе с клиентом, я только что вернулась в офис». Кто из них имеет отношение к отчету Эммы? Элиза, взгляните на ноги сотрудников. Обувь Томаса и Лоры промокла, они попали под дождь. А у Элизы туфли сухие, она явно солгала о встрече с клиентом. Эмме это показалось странным. Чтобы подтвердить свои подозрения, она решила понаблюдать за Элизой. Но на следующий день девушка исчезла, как и некоторые очень важные документы. Босс Эммы попросил ее помочь вернуть документы, он не хотел сообщать в полицию. Несмотря ни на что, Эмма была счастлива. Она смогла осуществить свою мечту стать детективом. Компьютер Элизы был защищен паролем. После часа безуспешных попыток Эмма наконец заметила листок бумаги на полу под столом Элизы. Там было написано: «Я состою из двух слогов. Я – блюдо. Первый слог – это известный музыкальный жанр, а второй – кукуруза. Что я?» Ответом на эту загадку может быть пароль. Но что же это? Попкорн. Эмме удалось запустить компьютер, и скоро она нашла карту с координатами. Пора действовать. Карта привела ее к современному зданию. Это был тренажерный зал. Эмма вошла и спросила секретаршу об Элизе, но та отказалась что-либо ей говорить, пока она не купит гостевой пропуск. Оказавшись внутри, Эмма решила осмотреть это место. В какой-то момент она вошла в дамскую душевую и сразу поняла, что что-то не так. Но что именно? Видите в окне отражение мужчины? Кто он? И что он здесь делает? Эмма выбежала из душа и попала в другую комнату. Она резко остановилась, увидев большое кресло, в котором сидел мужчина из душа в спортзале. «А вот и ты!» – воскликнул он. «Признаюсь, сначала я просто хотел проучить твоего босса, но я передумал и теперь хочу поиграть. Если ты разгадаешь все мои загадки, я отдам тебе документы и отпущу тебя». Эмме ничего не оставалось, кроме как согласиться. Мужчина сказал: «У меня есть комната с золотом. Однажды в эту комнату залезли три вора, но вышли из нее только двое. После того, как они ушли, комната была пуста. Куда делся третий вор?» Третий преступник был в инвалидном кресле. Он не вышел из комнаты, а выкатился. «Хорошая работа», — сказал мужчина и нажал на кнопку на подлокотнике кресла. Эмма закричала, почувствовав, что она куда-то проваливается. Это был темный подвал. Вдруг на стене загорелся факел, и Эмма увидела три двери. За первой дверью были густые джунгли с опасными существами. За второй дверью находился гигантский огнедышащий динозавр, чье дыхание могло прожечь все, что угодно. А за третьей дверью было озеро с ледяной водой. Вода была такой холодной, что всего через несколько секунд в ней все замерзало. Какую дверь выбрать Эмме? Вторую дверь. Даже если бы динозавры все еще существовали, они не могли бы выдыхать огонь. Это было правильное решение. Динозавр оказался искусно сделанной статуей. Но из комнаты вела только одна дверь, и она тоже была заперта. Эмма начала терять терпение. К счастью, там была еще одна записка с подсказкой. На ней были нарисованы банан, подсолнух, радуга и яблоко.
Эмма немного подумала, затем нажала 4 цифры на панели рядом с дверью. Код был правильным, и дверь открылась. Какие цифры нажала девушка? Один, три, семь, один. Каждая цифра соответствует количеству цветов объектов на картинке. Эмма увидела длинный коридор. Она шла уже какое-то время, когда поняла, что коридор вот-вот разделится на три прохода. Они были подписаны «Запад», «Восток», «Юг». А еще она увидела на стене надпись. Какой проход ей следует выбрать? Эмма наклонила голову и посмотрела на надпись вверх ногами и прочитала слово «юг». Вот куда ей нужно было пойти. Вскоре девушка увидела три двери. На полу лежали три ключа, которые могли открыть эти три двери. Какое наибольшее количество попыток ей понадобится, чтобы подобрать ключ к каждой двери? Шесть. Три попытки для первого ключа и всех трех дверей. Две попытки для второго ключа и оставшихся двух дверей. И одна попытка для третьего ключа и последней двери. Эмма решила войти в левую дверь, и она снова оказалась в комнате с креслом. Мужчина тоже был там. Он спросил ее. «Сегодня пятница. Тебе нужно что-то сделать через 72 дня. Какой это будет день недели?» Эмма очень быстро поняла, что это будет воскресенье. 72 дня равны 10 неделям плюс 2 дня, а через 2 дня после пятницы – это воскресенье. Мужчина начинал раздражаться. «А как у тебя с математикой? Взгляни на эту последовательность. Какими будут следующие 2 числа?» Следующие 2 числа должны быть 20 и 28. В этой последовательности есть 2 группы чисел – 11, 14 и 17, и 19, 22 и 25. В обоих случаях каждое следующее число на 3 больше предыдущего. Это значит, что в первой группе следующее число 20, а во второй – 28. Тогда мужчина предложил Эмме выбор. Он сказал, что положит в коробку один красный и один синий шарик. Если девушка достанет синий, он ее отпустит. Но если это будет красный, ей придется остаться и помогать ему по дому в течение года. Эмма знала, что этот человек собирался ее обмануть. Зачем ему так рисковать? Скорее всего, он положит 2 красных шарика вместо 1 красного и 1 синего. Но как это доказать? Немного подумав, ей удалось выиграть. Как же она смогла это сделать? Эмма взяла шарик и быстро положила его в рот, не показывая мужчине. Шарик, который остался в коробке, был красным. По правилам это означало, что выбранный Эммой шарик был синим. Мужчина не захотел признаваться в том, что он жульничал. «Хорошо, я не собираюсь отступать от своего слова, но вот последняя загадка. Если ты угадаешь, ты свободна. Как превратить слово «six» — 6 в нечетное число?» Эмме не нужно было долго думать. Она убрала букву «S» и получилось «IX». Это число 9 римскими цифрами, и это число нечетное. Этот человек ничего не мог поделать. Он отдал Эмме документы и отпустил ее. Девушка была счастлива. Как думаете, стоит ли ей стать детективом? Эрика работает в службе безопасности железных дорог. Сегодня утром она получила экстренное сообщение. Некий человек с поддельными документами пытается сбежать в Канаду на поезде. Эрика и ее коллеги нашли 3 подозреваемых, которые выглядят почти одинаково. Сможете вычислить преступника, просто взглянув на паспорт? Независимо от того, из какой страны человек, ни в одном паспорте не может быть фотографии с горами на заднем плане, значит, эти документы поддельные.
Боб – преподаватель в институте. Он пригласил своего худшего студента Дэна для беседы. Боб хочет проверить логическое мышление парня. Он говорит: «Если ты солжешь, я исключу тебя из института. А если ты скажешь правду, я все равно исключу тебя». Что должен сказать студент, чтобы остаться в институте? Боб должен сказать: «Я лгу». Эта фраза создаст парадокс, потому что она не может быть ни ложью, ни правдой. У Нэнси есть 10 шаров для боулинга. Ее брат Джош решил проверить ее сообразительность. Он попросил Нэнси расставить эти 10 шаров в 5 линий так, чтобы на каждой из них было ровно 4 шара. Сможете помочь Нэнси выполнить это задание? Она должна нарисовать пятиконечную звезду и разместить 10 шаров в углах и точках пересечения. Вуаля! 5 линий с 4 шарами в каждом ряду. Алекс – пастух. У него было 30 овец, из которых все, кроме 13, разбежались. Можете подсчитать, сколько овец у Алекса сейчас? У него 13 овец, которые остались, когда остальные разбежались. Мне удалось вас запутать. Взгляните на этих трех заключенных. Первый парень толкает железные прутья. Второй тренируется с гантелями. Третий сидит и читает книгу. На стене висит картина. Можете сказать, кто из них готовит побег? Посмотрите внимательно на третьего парня. Вы видите песок под картиной? Наверное, он роет тоннель и закрывает его картиной. Значит, это он готовится сбежать. Все пары туфель у Бекки черные, кроме двух. Также все пары туфель у Бекки красные, кроме двух. И все пары туфель Бекки желтые, кроме двух. Можете посчитать, сколько всего пар туфель у Бекки? Всего 3. По одной паре каждого цвета. Доктор прописал Дэну дорогие витамины. Парень получил бутылочки с надписями А и Б. Таблетки полностью идентичны. Доктор попросила Дэна принимать ежедневно одну таблетку из бутылочки А и одну таблетку из бутылочки Б. Он не может принимать больше или меньше этого количества. Однажды утром Дэн доставал таблетки. Как обычно, он взял одну таблетку из бутылочки А. Затем по ошибке он взял 2 таблетки из бутылочки «Б». Теперь Дэн понятия не имеет, какая из таблеток какая. Он не может просто выбросить дорогие таблетки. Что бы вы посоветовали? Дэн должен разрезать каждую из 3 таблеток пополам и разделить половинки на 2 кучки. Каждый из них будет содержать половину таблетки А и 2 половины таблетки Б. Теперь Дэн должен взять еще одну таблетку из бутылки А, разрезать ее пополам и положить 2 половинки в 2 разные кучки. Таким образом, мы будем знать, что в каждой кучке 2 половинки таблетки А и 2 половинки таблетки Б, или 1 таблетка А и 1 полная таблетка Б. Дэн может принять 1 кучку сегодня, а 2 оставить на завтра. Я красная, но пахну синей краской. Что я такое? Красная краска. У матери Тимми 3 сына. Первого сына она назвала Март. Следующего сына она назвала Май. Сможете угадать имя младшего сына? И правильный ответ – Тимми. Довольно очевидно, да? Можете определить, что не так на этой картинке? Отражение в зеркалах не соответствует реальности. Что насчет этой фотографии? Видите что-нибудь странное?
С этими двумя дамами все в порядке, но у этого парня на ноге повязка. Никто не пойдет в бассейн, если у него большие царапины, если только он не зомби. У короля осьминогов есть сыновья, у которых 6, 7 или 8 ног. Те, у кого 7 ног, всегда лгут. А те, у кого 6 или 8 ног, всегда говорят правду. В одну из ночей 4 сына встречаются и беседуют. Синий осьминог говорит: «У нас в сумме 28 ног». Зеленый говорит: «У нас 27 ног». Фиолетовый говорит: «У нас всего 26 ног». А красный осьминог говорит: «У нас всего 25 ног». Сможете определить цвет сына, который говорит правду? Зеленый сын говорит правду. Чтобы доказать это, начнем с того, что один из осьминогов говорит правду. Очевидно, что 3 из 4 сыновей лгут, поскольку все ответы разные. Предположим, что синий осьминог говорит правду. В таком случае у него либо 6, либо 8 ног. А каждый из остальных осьминогов лжет, что означает, что у них по 7 ног. В этом случае общее количество ног будет 6 плюс 7 плюс 7 плюс 7. Итого 27 ног. Или 8 плюс 7 плюс 7 плюс 7, итого 29. Но синий осьминог сказал, что всего у них 28 ног. Значит, он лжет. Теперь мы можем следовать той же логике и проверить оставшихся 3 сыновей. Так мы узнаем, что зеленый осьминог говорит правду. Злой волшебник заточил Билли в своей башне. Билли убежал от волшебника. Но теперь ему нужно выбрать между этими 3 дверьми, ведущими наружу из башни. За первой дверью находится ядовитый газ. Второй путь полон ядовитых скорпионов и змей. А за третьей дверью – львы, которые не ели уже 3 года. Какой путь самый безопасный? Третий. Львы не могут голодать 3 года и остаться в живых. Моника обожает недвижимость. Раньше она тратила $3000 на каждый дом и приобретала недвижимость по всему миру. В какой-то момент она поняла, что у нее слишком много домов. Она начала продавать их по $30000 за дом и стала миллионершей. Как это возможно, если она явно теряла деньги? До продажи своего имущества Моника была миллиардершей. С тех пор, как она начала терять деньги, она стала миллионершей. Во мне полно дыр, но я удерживаю воду. Что я? Я губка. У матери Сары есть 2 сына и 1 дочь. Сыновей зовут Джош и Джон. Как зовут дочь? Сара. Вы находитесь в комнате с 3 обезьянами. У одной обезьяны есть банан, у другой палка, а у третьей ничего. Можете сказать, кто в комнате самый умный примат? Вы. Бобби участвовал в телеигре. Ведущий завязал Бобби глаза и дал ему корзину с 25 красными яблоками, 47 зелеными яблоками и 3 желтыми яблоками. Какое минимальное количество яблок должен достать Бобби, чтобы среди них точно было 2 яблока разного цвета? Он должен достать не менее 48 яблок. Есть небольшой шанс, что он достанет 47 зеленых яблок подряд. Семья устраивает праздничный ужин. За стол должны сесть дедушка, бабушка, 2 отца, 2 матери, 1 брат, 2 сестры, 2 сына, 2 дочери, 1 невестка и 1 свекровь. В комнате только 7 стульев. Сколько еще стульев нужно принести, чтобы все могли удобно рассесться за столом? Им не нужны дополнительные стулья. Здесь всего 7 человек.
Дедушка женился на бабушке. У них есть сын, который женился на женщине. У них есть сын и две дочери. Таким образом, на ужине присутствует только 7 человек. Что нужно разбить перед тем, как использовать? Есть идеи? Яйцо.